Всем привет, друзья! Вот я на примере шины Тойо хочу вам сказать некоторые вещи, о которых многие даже не догадывались. Некоторые параметры. Обратите внимание на такие два индекса. Мало кто на них обращает внимание при выборе колеса, но это очень важно. Значит, смотрите, вот этот первый индекс. Это называется индекс износоустойчивости. Чем он выше, тем дольше ваше колесо прослужит. Вот у меня стоит 640. Это рассчитано приблизительно на 300 тысяч километров пробега. То есть каждые 100 баллов, которые здесь стоят, это приблизительно равно до 50 тысяч километров пробега. Traction A, видите, стоит. Traction A — это обозначает то, что колесо на мокрой дороге будет себя вести практически идеально. Самый высший уровень — две буквы А, чуть ниже идет Б, и еще самое худшее — С. Обращайте внимание при покупке колеса. И последнее — температура. Температура А. Наивысший уровень А, средний Б и самый низкий С. То есть как будет себя вести машина при высокой температуре, когда жарко летом, какой будет тормозной путь. Наивысший балл здесь стоит буква А. Если кто-то говорит, что при вот таком индексе износоустойчивости, как 640, колесо жесткое, твердое, ничего подобного, колесо очень мягкое. Я, конечно, рекомендую брать именно колеса японские, потому что у меня вот именно стоят японские на лето. И качество их превосходное, тормозной путь отличный, на воде держат все отлично. Обращайте внимание на эти индексы, очень важные параметры, потому что многие даже об этом и не слышали. Если кому-то понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока.